последний день модной недели в Москве смотрели больше не на подиум, хотя там тоже было интересно, а на первые ряды. Там явилась сама себя Пугачева. Алла Борисовна заметно похорошела и выглядела прекрасно, но снимать ее нельзя, назойливые охранники перекрывают камеры. Неподалеку Филипп Киркоров. С Пугачевой они обменялись лишь приветственным кивком. А потом король взялся за телефон и не отрывался от него почти половину показа. Она легко согласилась прийти. Я безумно благодарен Алле Борисовне Пугачевой. Мне позвонили мои помощники, говорят, Алла Борисовна сидит с вашей мамой. И мама чуть не потеряла сознание. Времени на интервью Пугачева не находит даже после шоу. И старательно вглядываясь в телефон, удостаивает журналистов лишь короткими ответами. Ребята, мой любимый стиль в одежде – это гранж. Но я никак не могу, чтобы приучить людей к этому стилю. Менее разговорчивым стал и Филипп Киркоров. Окружив себя кольцом из охраны, звезда покинул манеж.